Добрый день, друзья! Это видеоблог «10 минут о жизни в Канаде». Владимир. Очень короткий выпуск у нас сегодня посвящен новому благотворительному магазину, который открылся в Торонто, в Этобика, в котором любой украинец, который приехал в Канаду по программе QAID, может выбрать себе бесплатно вещи, одежду, обувь, бытовые всякие предметы, косметику. В общем, люди приносят туда donations, и все желающие, которые вот недавно переехали и имеют потребность в вещах, в одежде, могут туда приехать и выбрать все, что им нужно для того, чтобы быстрее адаптироваться в Канаде. Вот. Оля посетила этот магазин буквально пару дней назад, записала коротенькое видео из магазина. В описании под видео я размещу его адрес и часы работы. Вот всем, кому это нужно, не поленитесь, ездите, вы себе сможете взять какие-то предметы первой необходимости, которые, возможно, вы с собой не привезли. Вот на этом все. Смотрите видео. Пока-пока. Сегодня пришли в такой центр, в котором собирается помощь украинцам. Здесь есть разные вещи для дома, для детей. Многие из них либо новые, с этикетками, какие-то вещи немножко использованные. То есть, что можете прийти, посмотреть. Тут же есть вещи на детей, на взрослых, какие-то товары, как я уже сказала, для дома. Небольшая выбор косметики, шампуней, шарфов. Вот. То есть, в принципе, все желающие украинцы, которые приехали по этой визе, могут приехать бесплатно все выбрать. То есть, что вам нужно тут показать на выходе, это вашу визу, по которой у вас есть, которая, в принципе, или виза, или work permit, по которой это написано. Вот видите, бокалы, стаканы, какие-то скатерти. Все очень так хорошо организовано. Там же полотенца, детские товары. Можно посмотреть, взять, если надо. Вот находится в Этобика. Очень светло, светло, просторно, то есть как ты чувствуешь себя здесь нормально, хотя, то есть, я так понимаю, что постоянно приносят что-то новое, люди берут, приходят. Это отлично, что есть такая возможность такой помощи.